Они войдут, и негде спрятаться, не остановит их никто. Красивые, как два гестаповца, в шуршащих кожаных пальто. Я книгой заслонюсь беспомощно, я в книгу опущу глаза. Поэты, проходимцы, сволочи, с такими жизнь прожить нельзя. Но посмотрите еще минуточку, и что-то стронется в судьбе. И я, зародыш институточка, открою женщину в себе. И второе. Как оставить без ответа фразу, брошенную залпом? Ты пошла бы на край света, если б я тебя позвал бы. Как же объяснить, мой милый, чтобы не смотрел нахмурясь? Я туда уже ходила, постояла и вернулась. Браво! Спасибо.